Четвертый тур Суперлиги. Волейболисты «Нефтяника» играют в Казани. И ничего не могут противопоставить самому титулованному российскому клубу «Зениту». Счет 3-0 в пользу фаворита. Если в первой партии преимущество хозяев двукратное, то в третьем сете оренбуржцы таки навязывают борьбу и к середине идут вровень 14-15, пока не добавляет «Зенит». Итог 25-12, 25-19, 25-18. Сложнейшая выездная серия оренбуржцев продолжится субботним матчем в Сургуте.